Всем привет! Это такое видео о том, что я ем за неделю. Господи, я пытаюсь такое видео снять уже полгода, потому что я начинаю, забываю. Надеюсь, в этот раз все будет нормально, потому что это тяжело снимать то, что ты ешь за неделю, потому что ты жрешь это и забываешь снять, и когда ты уже съел, ты такой, блин. Я надеюсь, в этот раз так не будет, и я вспомню. Я очень сильно люблю матчу, я хочу попробовать вот такую матчу с вкусвилла. Вот. Даже интересно, это, походу, голубая матча. Вообще, очень интересно, потому что обычно я пью из Азбуки Вкуса, там очень вкусная матча. Вот. Но надо и другое пробовать, так что попробуем. На обед я хочу себе сделать, короче, вот эту. Выглядит не очень, но она очень вкусная. Это что-то типа... Блин, я забыла. Какая-то птица в холодце. Сам холодец я не буду класть, потому что я не фанат. Вот, но само мясо я положу. Что-то захотелось что-то сладкого, и мы же на правильном питании. И поэтому, я не знаю, может ли это считаться правильным питанием, но я решила съесть вот такой вот мусс. А еще съела какие-то палки из вкусвилла с персиком. Вот я их активно показываю на видео, просто что-то не записалось. Записалось только, как я их ем. Сейчас 12 ночи. Честно, каюсь сильно. Но что-то меня прям жестко затошнило. Прям просто вот... Я понимаю, что я хочу есть. Я очень сильно хочу есть. Поэтому такое филе куриное из вкусвилльчика покушаем. И нормально. Так, сейчас у нас такой ланч. Вот тут вот курица есть у меня. Тяжело. Вот. Скажите, что вы кушали сегодня? Ой. Что вы сегодня кушали? Ой. Она не хочет сниматься, понимаете? Вот я еще тут порезала огурцы с перцем. Вот такой вот обед у меня. Честно, я надеюсь, вы не обидитесь, если я съем вот это. Вот это, если я съем. Я надеюсь, вы не обидитесь, потому что это батон с чесноком
Я просто обожаю хлеб с чесноком. Я не смогу... У нас не так часто дома хлеб с чесноком. Я не смогу это просто не съесть, понимаете? Monster in my head. Ребята, мое ПП сорвалось. Ладно, на самом деле я не старалась придерживать ПП, просто как бы... Так, эстетичную еду есть. Ну, более-менее правильно, но... Мы сегодня сорвались на пышкейки. Мы хотели попробовать пышкейки. Как вы думаете, мы выживем? Если Полина больше не выйдет влогов, то, знаете, мы отравились пышкейками. Нет, если он выйдет, значит, мы не отравились. Если он не выйдет, то он не выйдет. Может, мама смонтировала. Такая жалко, пропадает. И хрустнат, вот такое решебо. Первый раз вижу орехи с сметаной, зеленым вкусом. Это очень странно, но интересно. Ну, конечно же, сады придони. Ну что, пахнет кексом. Уря, пахнет шоколадным маффином. А мне прям кексиком. Ей прям кексиком. Ей кексиком пахнет. Ой, ой, ты чё, на ребёнка-то напала? Это кекс, из Турции кекс. Просто кекс с шоколадом. Ой, это какая-то жёстко ароматизированная ваниль. Мы стали суперстасом. Сегодня такой завтрак. Мини. Мне просто лень его украшать, как-то делать что-то с ним, как вчера, так что извините. Вот, я сейчас быстренько поем, мне надо делать срочно домашку по обществознанию. Вот. Боже, я сходила в магазин, я просто вся в... как будто я помылась. Короче, я купила анигири. Господи, я уже третий день их хотела. Почему они такие дорогие? Я бы их каждый день ела. И я купила еще мелону. На таких корейских вайбах, знаете. Мы сейчас еще себе сделаю плов. Это уже не очень корейский вайб, конечно, вот. Я сейчас зашла в Ипатио, заказала рамёнчик. Вот, с собой. Мне делал много дом. Много дом? У меня много дома дел. И, короче, некогда тут сидеть. Вот там вебинарчики, репетиторы. Так что возьмем рамёнчик с собой. Я уже хочу этот рамён. Наконец-то я его заказала. 50% скидка по баллам, кстати. Вообще выгодно. Там что-то за 225 рублей, хотя он стоит 470. Вообще хорошо. А я баранки ем. Я тоже баранки ем, я люблю баранки. Мы суфлешки купим. Какие суфлешки? Вкусвили. Мы любимые суфлешки. Мясо и супчик хлор. Да, по лапше не будешь. Знаешь, реклама посмотрим. Я забралась в зал, на йогу пойду. Видите, такая мотивация.
Вот, а я уже была там давно. Вот, мне прям понравилось, прикольно было. Вот, а потом что-то они перестали проводить. Сейчас снова начали, я решила записаться. Так что пойду, интересно, поменялось ли что-то или нет. Кстати, очень вкусный, всем советую, правда, попробовать. Причем вроде бы он натуральный. Вот. Я не ожидала, вкусила, что он может сделать, типа, годный молочный коктейль. Хотела сделать сама, в итоге просто купила. Ну, извините.